Привет всем! Пивной напиток Эсса, да? Появился новый вкус. И такой вот цвет классный, красный и классный. Sun on the beach. Солнце на пляже, значит. Такая тропическая освежающая версия. И здесь смотрим, что тут у нас нарисован. Ананас, лайм и вишня. Блять. Короче, я его попробовал, но что-то дороговато стоит почему-то, я не знаю. А если другие вкусы там на 10 рублей дешевле, это стоит бутылка аж 80 рублей почему-то, я не знаю. То ли, блядь, из-за того, что это новинка, то ли просто я не пойму почему. Но вот эта бутылка реально 79 рублей стоит. Ну, 80, можно сказать, за 0,5. А я уж попробовал его, сейчас секунду. 6,5 градусов, 16,8 экстрактивность. А BNB FFS выпускает. Состав так зачитаю, тут плохо видно. Вода питьевая, солод пивоваренный ячменный, патока крахмальная, сахар, хмелепродукты, лимонная кислота, концентрированный сок черной моркови, ароматизаторы пищевые, но не написано, какие именно, по-моему, тут. Сейчас посмотрим. Комплексная пищевая добавка. Чего? А, тут натуральный какой-то ароматизатор еще, но опять-таки непонятно какой. Подсластители, сукралоза, яйца, сульфам калия. Значит, суки, подсластители добавили. Тут ветер, я надеюсь, слышно. И я на типа школьном дворе. А вот тут. Потому что везде палево меня заебало. Сейчас, секунду. Значит, эту самую Эссу, да? Я все виды перепробовал, все вкусы, по-моему, все. Этот один из самых охренительных, реально. Как только вот только открыл, уже, значит, по запаху уже кайфово. А по вкусу еще круче. Тем более из холодильника, когда холодный. Сейчас вот секунду еще попью. О, вообще заебок. Ну так вот и чувствуется, собственно, блядь. Вишни и лайм, ну и ананас, так и чувствуется. Какой-то интересный микс придумали в итоге. Так что такой вкус, и лично я советую попробовать, если пьете подобные вообще напитки. Все, пока.